Книга «Открытым оком», том 1, тема «Вера», вопрос 2. В наше время верующие люди являются теплыми христианами, и многие не знают о том, что, чтобы спастись, нужно гореть для Бога. Чем можно помочь им? Как зажечь этих людей любовью к Господу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это силен совершить только Бог. И, как видим, с весьма немногими. Мы можем с этим не соглашаться, но это так. Матфея 7:14. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. 3 Ездры 9:15. Я прежде говорил, и теперь говорю, и после буду говорить, что больше тех, которые погибнут, нежели тех, которые спасутся, как волна больше капли. Откровение 3:16. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Иоанн Златоуст говорит, кавычки открыты, «Ни я, ни Бог тебе не помогут, если ты сам себе не поможешь», кавычки закрыты. Поэтому каждый сам должен определить себя, а нам никого не разжечь. Мертвец может сидеть, если его подпирать с двух сторон. Так и лживые христиане, пока ты рядом с ними, то они делают вид, что верующие. Как правило, они переполнены обидой и постоянно выискивают ее, жалуются и жаждут, чтобы их жалели. Сатана очень это любит, это его контингент. Имей страх Божий, и, быть может, придет и любовь. 1 Коринфянам 3, с 5 по 16 стихи. Кто Павел, кто Аполлос, а не только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь, я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающие же и поливающие суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?